Коренная москвичка с детства мечтала о карьере актрисы, пойти по стопам отца, который работал в театре Вахтангова. И так же, как отец, Мария мечтала закончить именно Щукинское училище. Желаний у будущей звезды сериала «Склифосовский» было множество, и на удивление они все успешно сбываются. Она с первого раза поступила в «Щуку», обойдя огромное число конкурентов, а после окончания стала востребованной актрисой Российского молодежного театра. Кстати, работа именно на этой сцене – тоже давнее желание. Но карьера в кино складывалась не столь гладко, как в театре. Отчасти это происходило из-за преданности Марии театру. Она всегда считала, что нет ничего более долговечного и живого, чем спектакль, который из раза в раз играется по-разному. Небывалая слава и признание Рыщенкова заслужила после роли акушера-гинеколога в сериале «Склифосовский». Теперь актрису стали узнавать не только закоренелые театралы, но и телезрители. Однако у Марии было еще одно жгучее желание – стать женой, желательно для одного единственного мужчины, и родить детей. Пока у актрисы это отлично получается, ведь она давно счастлива в браке с Михаилом Шкловским, сыном знаменитого Олега Шкловского. Вместе они со студенческих лет и по сей день продолжают строить грандиозные планы на будущее. Вместе они воспитывают сына, дочь и собаку Джерри. Мария называет себя многодетной матерью, потому что домашний питомец порой требует даже большего внимания, чем дети. Карьера и личная жизнь актрисы удалась на славу, и, конечно, возникает вопрос, почему все так хорошо? Наверное, Мария просто умела правильно ставить цели, расставлять приоритеты и просто очень оптимистична по жизни. А вы что думаете об этой актрисе? Какие фильмы с ее участием вам запомнились? Пишите ответы в комментариях.